В Национальном центре управления обороны сегодня обсуждалась подготовка к международному военно-техническому форуму «Армия-2016». Заседание оргкомитета провел глава военного ведомства Сергей Шойгу. В этом году мероприятие пройдет в сентябре в подмосковном парке вооруженных сил «Патриот». Участие в нем примут ведущие оборонные предприятия России и зарубежные компании. Министр отметил, что подобные площадки помогают эффективному развитию отрасли и расширению сотрудничества с иностранными партнерами. Рассчитываем, что данное мероприятие еще раз наглядно продемонстрирует высокую эффективность подобной формы реализации государственной политики по оснащению вооруженных сил современным вооружением, военной и специальной техникой. При этом хочу обратить внимание на международный аспект форума. В условиях непростой военно-политической обстановки он имеет особую значимость для совершенствования системы межгосударственной кооперации по разработке, производству, ремонту вооружения и военной техники.